Всем привет, дорогие мои, с вами Кумнова Аня. Проект Faberlic Online. В этом видео я вам расскажу о своих заказах и просто куче подарков. Так, итак, первый чек у нас малышка на 2000 рублей. Это вот Омега Форте. И что же тут еще? А, каталог. Ну и все, в принципе, оплата доставки. Забыла совсем заказать Омегу, поэтому заказала себе Омегу. Артикул 157-79. Ну, что такое Омега, я думаю, знают все. Это красота волос, это острый ум, это красота кожи, это здоровье. Здоровье сосудов я имею в виду. Дальше второй чек. У меня более такой длинный, я бы так выразилась, да, более такой длинный. И тут огромное количество просто подарков. Заказ сам по себе маленький, но подарков огромное количество, да, можете поставить на паузу, посмотреть все. Ну, во-первых, вот это точно мне пришло в подарок, две штуки. В связи с чем? В связи с тем, что, ой, ребят, обожаю Faberlic. Компания Faberlic нас всех собирала на разработку обучения от компании Faberlic, которая скоро стартует. И, конечно же, практически всю элиту компании Faberlic, лидеров, которые растут, прирастают в товарообороте, не падают, компания потом всем положила подарки. Почему у меня всего по два будет, да? Потому что я ездила вместе с мужем, и я, и мой муж принимали, господи, какой запах свежести, очень приятный. Нежный, еле уловимый, в нос не бьет. Потому что и я, и мой муж Антон принимали участие в обучении. Вот такая вот красота. Скоро будет обучение для всех консультантов Faberlic. И, конечно, вот эти капсулы мне очень понравились. Я вроде бы и так их могу заказать, но вот посмотрите, мне они пришли в подарок. Две пачки, да, ну, я думаю, в чеке вы видели. Артикул 30031. Этот порошок, он очень много что делает, да. Он и желтизну устраняет, и освежает цвета, и подходит для белых и цветных тканей, и удаляет различные загрязнения, и сохраняет волокна ткани, и защищает стиральную машинку. То есть тут есть все качества хорошего современного порошка. Причем вся косметика для дома биоразлагаемая, экологически чистая и не наносит вреда окружающей среде. Так, это у меня заказали. Почему чек такой маленький, да? Тут больше подарок и заказ. Так, это у меня заказали. Это паста 1633. Она идет концентрированная. Ее на очень долго хватает. Наша Sensitive Expert Pharma. Очень хорошая зубная паста. Много раз заказывала, много раз была в восторге. Далее, ну, как видите, гель-кератолик, который идет тут с набором. Это новинка. Я попробовала, мне понравилось. Пакетик убираю. И, конечно же, понравилось всем остальным. И у меня заказали вот где-то там еще один крем есть с мочевиной. Артикул 1369. И, конечно, гель-кератолик. Очень хорошо, он чистит пяточки. Прям великолепно. Вы распариваете кожу в душе. Я, если честно, один раз распарила, один раз нет. Да, разница есть, но он даже на нераспаренные ноги он 100% работает. То есть распарили ножку, нанесли этот кератолик на всю стопу. Или, ну, там, где нужно, чтобы он растворил. Причем я просто наносила руками, руки не щиплет, ничего. Он растворил все лишнее. Потом вы это все снимаете любой пемзой, любой обычной домашней пемзой, роликовой пемзой. В принципе, там без разницы, чем вообще снимать. И потом покрываете активным гелем для ног, кремом, вернее, для ног, который идет с 35% мочевины. В общем, вот эта новинка, это бомба 1368, поэтому пробуйте. У кого с пяточками проблемки, пробуйте обязательно. Так, далее. Вот два таких вот бальзамчика классных, клевых. Мне пришел в подарок. Он идет как укрепление волос. И что мне в нем нравится, он укрепляет полотно волос и предупреждает ломкость появления секущихся кончиков. Ну, вообще, все, вот, все, я его беру только поэтому. А тут вот подарили. Артикул 18999. Так, дальше. Так, это живица у меня заказала одна очень хорошая девушка, артикул 158-62, тут 90 капсул, живица она в основном идет для иммунитета. Состав тут чистейший, масло кедровое и живица, все, больше ничего нет. Далее, лопатка под порошок, это тоже заказали у меня вот эти порошки. Очень люди любят у меня вот эти порошки, они у меня их заказывают все время на постоянной основе уже не первый год. Поэтому я прям очень-очень рада тому, что у меня постоянно эти порошки в заказах, хотя я пришла, они уже были в компании Faberlic. Значит, сделаны они в Германии, тоже биоразлагаемые, экологически чистые, не наносят вреда окружающей среде. Артикул 30021 для цветного. И такой вот еще у меня порошочек заказали. Все эти порошки идут концентрированные.
концентрированные, они в 3,5 раза экономичнее, чем обычный порошок. Поэтому маленькой пачечки хватает, ну, реально надолго. Не надо огромные пакеты где-то в шкафах хранить. Артикул 30020, то есть такой вот длинный он артикул. Это уже для белого идет. Да, там для цветного, а тут для белого. Так, дальше. Кремы для рук, жидкая перчатка и тонкая шлифовка скраб для рук. Да, то есть это нам подарили с мужем. Я этим делом пользовалась очень много раз. И могу вам сказать, что скраб классный. И крем тоже для рук классный. И запах у них очень вкусный, приятный. И не раз я их сама заказывала. Знаете, такой мем, да, ходит. Если человек заказал это второй и третий раз, то точно надо и нам попробовать. Вот это тот случай. Я с самого основания компании. В компании я почти 10 лет. Я вот это дело заказываю. Жидкую перчатку, тонкую шлифовку. Они еще были в другой упаковке. Очень мне нравились. И до сих пор качество отменное. Значит, жидкая перчатка у нас с вами идет с артикулом 13,96, 60 мл. А тонкая шлифовка, скраб для рук 13,95, тоже 60 мл. Вот такая красота. В общем, задарили меня, я очень рада. Так, зубные пасты, это у меня заказали. А вот, кстати, еще один гель. Думаю, где еще она у меня заказывала себе и маме. Пантенол крем для рук у меня заказали. И вот эта зубная паста я заказала в подарок. В компании Faberlic закончилась акция, а человек в каталоге увидел и захотел подарок, и я решила за свой счет подарить, потому что заказ был очень большой, а так как мы все отдаем по цене каталога, почему не подарить? Пусть у человека остается хорошее мнение. Ну и заказала остренькую зубную пасту, 75 мл, артикул 2244, она идет как кислородная профилактическая на травах, у нее приятный вкус, но для меня она, почему я называю остренькой, она такая мятновата слишком сильно, но у меня ее вот любит муж. Дальше, пантенол крем для рук, это увлажнение и смягчение, артикул 13.71, тоже очень классный крем для рук, и у меня его тоже заказали. Тут видите, у меня купоны, поэтому купоны я тоже буду своим покупателям отдавать, потому что как это так, да, они заказали, а как это без купонов, да, теперь. Далее маска гиалуроника. В этом каталоге она идет с широченной просто скидкой, с огроменной, поэтому заказывайте себе такие маски. Артикул 0464. Это у нас именно гиалурон, она идет для того, чтобы увлажнять лицо, потому что гиалуроновая кислота — это уникальный магнит влаги. Она способна связывать и удерживать воду в 1000 раз больше собственного веса, обеспечивая тонус и объем кожи. Вот такая красота. И причем какая-то маска, да, одноразовая маска, она содержит гиалуроновую кислоту 2 размеров. Вы представляете? Для комплексного воздействия на кожу, борется с сухостью, шелушением, тусклостью кожи, преображает и освежает кожу. Очень часто заказываю. Так, дальше. Карандаш пятновыводитель. А, вот еще купончик. Карандаш пятновыводитель у меня в этот раз заказали. Артикул 301-52, 35 грамм. Ну, тут его можно открывать, потому что он как бы такой вот, да. Отрываете одно деление, смазываете, и все у вас хорошо. Вот такая красота. На пятно намазали, минут 5 подождали, кинули в машину, минут 5 подождали. И после этого в легкую запускаете стирку. Красота. Крем для ног у меня теперь заказали. Артикул 1370, тоже очень классный. Я его сама попробовала. Он идет с пчелиным воском. Великолепно. Но осторожно, у кого есть аллергия на продукты пчеловодства. Компания химию не кладет, она кладет натуральные продукты. Поэтому, конечно, осторожнее. Так, дальше. Шампуньки. Это у меня заказала одна девушка, она его очень любит, этот шампунь, 400 мл, видите, 2 одинаковых, артикул 13-19, и бальзамчики тоже шампунькам заказала одна девушка, артикул 87-50, тоже очень хорошие бальзамчики, так я не привыкла не открывать, но заказ практически весь не мой, поэтому я как-то вот или подарки, или не мое, вот понимаете, и так чешутся руки открыть, показать, но я же не буду. Так, далее наша новая новинка, бальзам Glam Cherry. Я его называю бальзам, хотя это обычный блеск для губ с артикулом 41-174. Но мне показалось, что он очень хорошо увлажняет губы. Он такой очень сильно блестящий, он очень крутой. Поэтому, конечно, рекомендую попробовать. Очень красивый цвет, вкус. Вкус, реально очень вкусный вкус. Поэтому все мне понравилось. Так, еще одна маска гиалуроника. Вот, в заказике. И, конечно же, 2 универсальных спрея пятновыводителя с артикулом 301-50. Это такая классная штука, с которой можно и стирать, и также попшикать. На пятно оно уходит, и так далее, и так далее. Это то ли мне подарили, то ли у меня заказали. Все, я уже запуталась в подарках. Классно, да? Так, также у меня заказали 3 вот таких вот здоровенных геля для душа.
Она говорит, моим мужикам вообще классно мыться. Ну и что вы думаете, все эти новинки и все вот это вот девчонки увидели у меня. У меня где-то в ванной, где-то у меня в применении, где-то даже попробовать попросили. А сейчас на постоянной основе заказывают. Очень приятно. Да, очень приятно, что продукт людям нравится. Значит, это у нас большой гель для душа, называется «Пляж», 500 мл, артикул 1439. У него такой, знаете, немножко тропический такой ароматик, очень-очень приятный. Ну и, конечно, пара шампунек. Спасибо компании «Faberlic». Я еще не измыла шампуни после подарка школы развития человека, потому что и Катюшкин, и Антошкин, и свой шампуни я измываю на себя. И они все вот такие большие подарки были. Плюс я не знала, что там будет. И, ой, купила еще два. То есть у меня 5 шампуней. Катя не моет такими шампунями голову, потому что у нее жирная голова. И вот этот именно шампунь с биотином, он называется «Рост волос» с артикулом 1770. Он очень хорошо питает. Но, на мой взгляд, для жирных волос он не подходит. Она моется шампунем «Интенсивное очищение». Вот там ей головы прям порой даже на 2 дня хватает. У нее голова сильно жирнится, прям сильно-сильно. А вот этот шампунь, он, конечно же, ее утяжеляет. Вот если она, там, например, в 6 вечера помыла голову, легла с сухой головой спать уже, да, там в 9-10, то с утра она проснется, как будто голова и мыта не была. Потому что он не подходит для жирной кожи, хотя пишут, что тут подходит для всех типов кожи. Я вот поспорю, если кожа головы очень сильно жирная, все-таки лучше использовать специальный шампунь из серии «Морошка». Там идет прям интенсивное очищение и великолепный запах вот этих зимних классных ягод. И вот это вот с артикулом 1770, я просто вот, знаете, я, наверное, год не буду покупать шампуни, потому что муж у меня тоже моет голову вот этим шампунем «Эксперт», но голубым, который идет против перхоти. Он ему прямо очень понравился. И все подарки достались кому? Маме и жене, то бишь мне. Поэтому вот такая вот красота. Вот, и еще плюсом 2 шампуня в подарок. Ну что ж, мои дорогие, вот такая небольшая коробочка. С вами была Кононова Анна, проект «Faberlic Online». До встречи с вами в новых видео.